починили. Криста, все попалило. Мам, помоги. Так, я приехала. Тут должна быть еще Полина. Ой, какая ты развратная. Что у нас тут вытворяют вообще? Всем доброе утро. Сегодня, возможно, счастливый день, потому что мы сегодня должны получить нашу камеру. Я одела новую юбку, юбка-шорты. Та-дам! На улице был дождик. На улице душно. Привет, скажи. Узнал? Дима. Дима тебе привет сказал. Улыбается. Скажи, вот так вот первый раз со мной кто-то здоровается, когда я только из подъезда выхожу, да, а не в садике. На улице сейчас душно, прям вышло, и прям вот просто как будто дышать нечем. Как будто хочется ветра. Ветра ноль вообще. Офигеть. Все, отвела Денечку в сад. Пришла домой. Духотища страшная на улице. Вообще за все это время, сколько я выходила, я что-то не помню, чтобы стоял вот просто... Стоит, ветра нет. Это тоже не прикольно, когда ветра нет. Надо хоть чуть-чуть, чтобы обдувало. Хотя было написано где-то, что потепление сегодня. Блин, да и так жарище стояло, какое потепление. Ой, все. Сейчас у меня запланированы кое-какие дела, которые нужно сделать прям в первой половине дня. Пью кофе. И пока снимаю вам на... эту камеру телефона. Потом поедем вместе, возьмем мою камеру, и я продолжу, естественно, снимать на нее. Надеюсь, что все будет хорошо, и я не потеряю файлы. Но мало ли, бывает такое, что делают, и, например, я начну снимать, я же проверить не смогу. Хотя я у них спрошу, проверили они или нет. Чтобы там картинка была нормальная, все в фокусе было. И представляете, я полвлога сниму. А, я поснимаю пока, и потом приду домой и сразу проверю файлы, чтобы все было нормально. Вот. Все, мои дорогие, пошла пить кофе. Давайте вместе с утра. Кто смотрит меня с утра, чокнемся. И хорошего дня. Ну что, мои хорошие, я собралась немножечко. Ой, я даже глаза не красила. Слушайте, они такие у меня тут четкие. Реснички надо, наверное, подкрасить чуть-чуть. Или не надо? Даже не пойму. Забыла их накрасить на самом деле. Собралась уже, сейчас я еду за камерой, ю-ху-ху! И еще одна из моих подписчиц, она угадала точную модель моего телефона, потому что она работала в этой компании с этим брендом, вот, и пригласила меня к себе на работу, она работает с телефонами, чтобы помочь мне разобраться кое в каких вещах. Вот, и очень любезно с ее стороны, потому что я сама не разберусь. И я еду как раз, она там недалеко будет находиться. Я заберу камеру и к ней поеду. А чтобы ее отблагодарить за проявленную внимательность и заботу ко мне, я подготовила здесь ей в подарочек 5 масочек разных. Здесь даже есть одна масочка, которая светится в темноте. Вы наверняка помните, я сделала на нее обзорчик. Вот. В общем, разные тут маски с огурцом, с апельсином, LED-маска, аква-маска. Так, и еще корейская там увлажняющая маска. В общем, ей, как девочке, будет, я думаю, очень приятно, а главное, полезно. Я сейчас села в машину и просто как будто села в такую распаренную баньку. Мне кажется, даже в Султан Спа нет таких горячих бань, как сейчас у меня в машине. Не пойму, у меня какая-то вот здесь вот линия еще появилась красная. Я ее что-то пыталась замазать, но не получилось. Вот когда я в машине снимаю, девочки, и у меня, видите, вот такие вот тени под глазами, это из-за того, что здесь вот, ну же ж, вы понимаете, да, тень падает. Вот я выйду сейчас на свет, к примеру, да, и тени уходят. Что-то мне не говорили там, что я больная какая-то. Ты что, больная, что ли? Ну, короче, здесь тоже тень, вот она, тень. На свету, короче, увидите, что нет у меня никаких синяков под глазами, темных кругов. А если есть у меня там от невысыпания, там, что редко бывает, я, в принципе, высыпаюсь.
Это вот конкретные тени. Короче, если они у меня есть, то они такие маленькие, и они даже легко этим. И они даже легко убираются BB-кремом. А выдача у вас? Здрасте. Да. Все починили? Да, вот у вас забился канал, у вас просто кофе вообще не засыпало. Трогать? А проверяли, работает она без смазывания? Все прям в фокусе, да? Не, она и так работала, в принципе. Ой, звуком даже. У меня обычно выключено. Все, карта. Нет. Нет, я имею в виду, что просто я как-то обзоры смотрела, и бывало линзу меняли там люди сами. И она была, ну, все равно не в фокусе. То ли бракованная, то ли что. Вы проверили, вы поснимали и посмотрели на компьютере, да? Супер. У вас можно карточку оплатить? Да, можно. Возьмите, пожалуйста, квитанцию, проходите с ней на кассу, значит, вот девочка, планочка и заберите. Выглядит как новенькая. Главное не уронить ее еще раз теперь. А у вас много таких, кстати, линз, если что, если я еще раз уроню ее? Не знаю. Хорошо. В общем, у меня батарейка, я сейчас на нее подсняла вот камеру, которая разбитую, вот эту вот, это я на нее там подсняла. Но там садится батарейка, и от того, что еще звуки, пока я буду лазить в настройках, короче, там вообще батарейка сядет. Ну, там вообще делений даже нет. Поэтому я пока поснимаю на телефон, домой приду, уже заряжу и буду снимать. Сейчас поеду к девочке, она тут рядом. Девочки, я познакомилась с такой хорошей девочкой. Она решила просто все мои проблемы. Буквально за 10-15 минут. Большое ей спасибо. Вот. Сфотографировались вместе, так что в Инстаграм, я надеюсь, она у меня будет висеть в актуальном. Вот. В общем, вот здесь я в центре была. ДНС. ДНС. ДНС вот здесь была в центре. Гипермаркет тут большой открылся. Я, кстати, не знала, когда я здесь покупала свой компьютер, здесь был еще маленький ДНС был, а сейчас там просто реально гипермаркет. Вот, и она там работает. Сказала, если что, приходи, спрашивай, помогу, тра-ля-ля. Класс. Я довольно счастливая, прям удовлетворенная. Знаете, я удовлетворенная, потому что больше мне не надо париться насчет телефона. У меня все есть и все понятно. Вот. Так. От радости я прям забыла все планы свои, что хотела делать. Вообще хотела тете Тане отвезти подарки. Сколько время? 12:36. И еще хотела купить кофе свой любимый, холодненький, в Старбаксе. Так что я сейчас сяду в машину и решу, что буду делать. Выбрала самую потрясную дорогу. Тык-тык. Тык-тык. Угадайте, где я еду? Я еду, сейчас у нас ремонтируют дорогу на трассе. Я еду к Кристине. А кто у нас здесь такой красавчик? Привет! А мне непривычно, я думаю, что ты включила, еще перевернула. И телефон плюс я перевернула. Да, я на самом деле уже уезжаю. Я не знаю, что она прыгнула в машину. Последний вагон. Еще в таком виде. С тобой поехать. Да, да нет, Кристина просто забыла мне кое-что показать. Сейчас покажет пока. Я грею машину. Точнее, не грею, а охлаждаю машину, потому что на улице жуткая жара. Как дела у тебя? Расскажи, как отдохнула, погуляла? Я погуляла, отдохнула хорошо, но... Ну, были некоторые нюансы. Но вообще классно гулять, отдыхать. Это куда мне смотреть вообще? Я смотрю как-то. Да, смотри на себя. Да? А то потом я читала, потом пишут, что Кристина уже это. Ну, вот здесь вот. Столько еще не может смотреть. И все еще не может смотреть на нас, да? Глаза в глаза. Глаза. Я побыла у Кристины и привезла тете Тане подарки, как я вам говорила. Она обрадовалась, все хорошо. Вот, размер прям... поняла, какой у нее. Теперь прям точный. Вот, а сейчас я уже уезжаю, Кристина что-то мне на форсе показывает. Ну, покажи. Ну, да. Ну, можешь укрыть. Спросить кое-что. Ну, да. Ну, что, ты уже пошла? Я пошла, если у тебя возникнут какие-то мысли в отношении вопроса интимного. Подсказывай. Интимного? Да, как психолог. Вселенная, можно... Кристина, все попалила.
Ну ладно, ладно, интимный вопрос. Не, ну некоторые просто спрашивают, где, откуда у тебя деньги. Видишь, и кто это видео посмотрит, тот понимает. И Селена еще дает консультации. А, ты консультации денежные, финансовые потоки интимом называешь? Интимные психологические вопросы. А, я сразу, ответы, ответы. А я сразу интимная, думаю, интим. Интимный психолог, или как сказать? Ну, это который есть... консультирует по интимным вопросам. Вот. Ну, то есть... Сексолог. Сексолог, да. Нет, сексолог, наверное, по сексу, а это интимные вопросы, блин. Я как это? То есть интимные вопросы могут быть не связаны с сексом? Да. С эксом? Они могут быть связаны просто с интимом. Ну, с эксом. С интимексом. Что такое интим для тебя? Это какие-то щепетильные вопросы. Интимные. Ну все, тогда интрига закрыта. Я думала, тут хайпану сейчас. Ну ладно, все, давай пока. Ты так хайпанешь, что теперь, если захочешь открыться. Давай. Давай. Все, Кристинка попрощалась. Так, ну что, обсудим с вами две новости. Правда, я тут так сижу, пока вроде дорога ровная. Значит, первая новость. Глазеньки свои открою. С братом созвонились мы и договорились предварительно, что едем в деревню, как я вам и обещала, в деревню, ну как в деревню, в станицу к родителям Натальи, там ее сестра живет, вот, я всех знаю, но в первый раз собираюсь поехать к ним. В общем, завтра вечером мы уже как бы должны выехать. Единственный момент, что я не очень люблю там 100 километров где-то ехать от Ростова, я не очень люблю ночную дорогу. А брат у меня работает до вечера, и вечером они собираются как бы выезжать и там уже поболтать то все, лечь спать, то есть с ночевкой на 2 дня они собираются. Ну, так как выходной понедельник будет и у Виталика, и у Наташи, а у нас понедельник вообще рабочий, мы как бы в садик, и я работаю. Я даже, по-моему, там записываться собралась на английский, ну, в принципе, можно перенести. Ну, в общем, смотря как там будет по комфорту, неизвестно, да, все-таки чужой дом, да, может, какие-то дела там срочно возникнут. Я вроде сейчас подготовлю все, да, чтобы мне не надо было рвать когти срочно куда-то, да. Вот, но там посмотрим. То есть можем на 2 дня остаться, можем на 1 день остаться. То есть как пойдет, говорится, да. Вот, это что касается завтра вечера. Ой, а что касается, сейчас позвонила, никто мне не пишет зубного, понимаете? Меня же накаляет этот вопрос, блин. К какому зубному мне идти? Вот именно ортодонт нужен, да, мне. И никто мне не может посоветовать хорошего ортодонта. Что же это такое у нас в Ростове? Прямо сейчас вот прям вот сказали бы, вот это супер ортодонт вообще. Вот он там всей нашей семье, всем нашим родственникам, всю нашу мудрее вот там сделал зубы. Обалденно, прям вообще не жалею, только к нему. Вот так хочу, чтобы мне расхвалили ортодонта. Я тогда буду бояться, знаете, как глаза боятся, ноги делают, идут. Вот. Но нет такого. И даже куда я записываюсь и что мне рекомендуют, что-то мне никто ничего не отвечает. Я не знаю. Но это вот прям забадывать людей, зазванивать там. Не знаю. Короче, я думаю, возле дома может сходить в клинику, просто проконсультироваться. И думаю, зачем мне делать второй раз снимок, если мне снимок уже сделали. И он в клинике моей лежит. Вот я сегодня позвонила, говорю, можно мне снимок? А она говорит, а это только аж в понедельник. В понедельник придет человек, который делает снимки. У него на компьютере есть. А вот. И говорит, вообще мы не отправляем, надо приходить и забирать. Я говорю, ну я если что заберу, приду, если прям отправить нельзя. Ну, короче, в любом случае сказала в понедельник идти. Короче, до понедельника жду, возьму свой снимок и буду с этим снимком, наверное, я. Чтоб сильно мне там не ковыряли и опять снимок этот не делали. Все-таки оно и денег стоит, и... Ой, и облучение вот этого моего зуба. Вот, сейчас еду, как-то особо без пробок еду, но еду уже, блин, 50 минут. Нет, не 50, 45 минут еду. Уже почти на район скоро заезжаю. Забираю Денечку, сладенького мальчика. Мы пойдем домой под кондиционер отдыхать. Ой, мои хорошие, это невозможная жара просто. Сейчас с Деней пока шли пешочком, я дошла до его садика.
пешочком обратно, просто сауна, которая обдувает тебя, сейчас ветерок появился, обдувает тебя теплым, горячим воздухом, это просто жесть. И просто я иду, и у меня вся одежда ко мне прилипла, мне даже кажется, знаете, что вот хлопок, вроде натуральная ткань, да, но, по-моему, в синтетике не так жарко, в синтетике, по-моему, легче. От моя тетя, она... Где машинка? А куда ты ее дел? Ищи. Ты же не с ней играл. Может быть, она в ванне? Смотри. И руки помой. Тетя моя вообще любит синтетику, говорит, в ней не жарко. Так что это кому как. Ну и синтетика разная бывает, знаете. Бывает такая синтетика, похожая на хлопок. Прям. Я включила, зашла, первым делом включила везде кондеры. Все, сейчас решила вот вам снять чуть-чуть одетая. Сейчас я разденусь и просто буду ходить в шортиках и в топике коротеньком. Все, включаешь телевизор? Я включаю. Ну, включай. Так, подожди, может, ты там у себя мультики посмотришь? Ладно, короче, мне сейчас вообще все равно, кто что где будет смотреть. Я хочу, чтобы охладилась комната, я хочу выпить холодной воды, я холодного сока. Мультики. И есть весь вечер что-нибудь мокрое. Ну что, мои хорошие, снова я не вижу себя, как я выгляжу. Надеюсь, я выгляжу хорошо. И я, кстати, еще решила немножечко угол обзора более широкий сделать. Давайте попробую так поснимать, а вы мне в комментариях напишите, как вам лучше. Тот, который был, более узкий угол обзора, либо вот такой, чтобы вы видели больше. Но все равно, если что-то попадет в кадр лишнее, особенно в квартире, я буду обрезать. Но на улице, например, где-то, да, может быть, вам интереснее будет больше видеть. И моя голова будет не такая большая, а подальше, да. Вот так можно снимать. Вот так снимать. Короче, у меня лицо какое-то все время смешное. Надо его это подредактировать. Понять, как камеру лучше держать. Конечно, ее лучше сверху вот так держать, да? В общем. Сейчас варю Деньке макарошки. Макарошки с сыром. Уже опубликовала видосы, подготовила. В общем, выходные. Не знаю, чем заняться. Сижу, пью кофе, варю макароны и думаю, чем нам заняться в субботу. Кстати, наши планы в деревню отменяются, в станицу, потому что я зашла почищать свой директ, вот к слову о том, насколько сильно я все забываю, да, был прямой эфир недавно, я рассказывала, да, какой ссор, например, на какой почве у нас происходит, то, что я все время все забываю, мне нужно записывать, если что-то важное очень, я ставлю будильник, записываю, потому что я просто забываю, и элементарно мне могут позвонить, я скажу, я сейчас перезвоню, и я забываю, то есть я положила трубку, и все, у меня такой поток постоянно жизненных дел, и не то, чтобы даже дел, ну да, дел, то, что нужно сделать, у меня очень много держится вот так вот в голове крючков, чего мне нужно сделать. Поэтому как только я заканчиваю вот какую-то здесь вот ситуацию, я сразу переключаюсь на эти тысячи крючков, которые тянутся из дня в день. Соответственно, просто у меня голова фокусируется. Если вдруг случайным образом я что-то вспомню, понимаете, это вообще очень круто. Поэтому если что-то важное, я прям записываю это все дело. И на бумаге, и в телефоне ставлю будильник. Вот, и к чему я это, что я забыла про то, что у нас мероприятие в воскресенье, что один продюсерский центр пригласил, ну, в общем, рассказать нам что-нибудь интересное, вот пригласить нас, подружиться с нами, рассказать нам какие-то идеи, что-то интересное. Ну, короче, мероприятие, вот мы с Кристинкой собираемся туда поехать, я уже записалась, приглашение нам уже сделали. Вот, и девушка просто поменяла место локации, где будет все это происходить. То есть сначала было в одном месте. Представляете, я бы забыла, уехала в деревню. А она написала, спрашивает, у вас все в силе, у нас место дислокации. Место локации у нас поменялось. И я такая думаю, блин, офигеть. А я уже и с мамой договорилась, что она с малым посидит. Ну, в принципе, мама мне напомнила, наверное. Она бы сказала, так что, с Дэнни сидеть не надо? Я бы сказала, что у нас мероприятие какое-то. Короче, такие дела. Так что, ну ничего, в станицу в следующий раз поедем. Вот. Короче, буду думать, что делать. Вот тут варятся макарёшки наши. Сейчас натрём сыра. Будем кушать с сосисками. Девочки, ну это трэш. У меня явно с зубами что-то не то происходит. Ну, хорошо, что хоть не видно внешне. У меня прям за вот этими зубами передними откололся кусок зуба. И там такая дырочка, которую я чувствую языком. И просто такой просвист. И еще если воздух попадает,
ну как бы не болит, чувствительности нет. Там нет кариеса, я посмотрела. Ну короче, вообще в шоке. Я не успела этот зуб сделать еще, как у меня рассыпается. Реально, мне надо кальций попить. Прям надо зайти и попить кальций. Я в шоке. Короче, мы собрались с Теней и уже собираемся выходить. Я решила никуда далеко не ездить. У нас здесь недалеко самый ближайший бассейн есть. Мы были там, я не знаю, в прошлом году были или нет. В позапрошлом, наверное, году только были. Давно уже, короче, там были. Я не знаю, открыт он еще или нет. В общем, мы сейчас сядем туда и доедем. Все, короче, все взяла. В магазин еще заехали. Взяли еще бананы, яблоки, водичку. В общем, пойдем в поисках. Кстати, я не взяла ни полотенце, которое лежать, не которым вытираться, забыла просто. И вот я думаю, надеюсь, там будет. Ну, дополнительная плата наверняка. Короче, вообще далеко вот куда-то не хочется идти. Какая-то странная интуиция у меня сейчас, знаете. Интуиция иногда проявляется, как знаете что, как... Типа не хочешь, не хочется куда-то идти. По какой причине, непонятно. Вроде бы все складывается к тому, чтобы идти, а у тебя какое-то внутреннее противостояние «не хочу». И вот непонятно. Не хочу в принципе выезжать. Оторвал. Ладно. И вот не пойму, не хочу в принципе выезжать или в то место, в куда я собралась, у меня там протестует внутри. Не пойму. Но я может быть, сейчас я приеду, а там закрыто и не работает у них. Вот поэтому, может быть. Ну, мы тогда другое место будем искать. Короче, ищем водоем. Вот, знаете, я иногда замечаю такие моменты. Вот я сейчас ехала и вообще забыла, куда я еду. И еду по привычному маршруту. Короче, поехала в другую сторону от этого бассейна. Сейчас разворачиваюсь. Что будет дальше? Надеюсь, все ровно. Надеюсь, только эта мелочь. Ну вот, чем дальше я еду, чем больше еду, мне что-то кажется, что мне что-то там да не понравится. Либо там тенечка не будет, либо там народу будет много, либо будет закрыто это местечко. Что-то мне там, мне кажется, не понравится. Либо там будут цены такие, как в супер хороших местах, потому что это не самый лучший бассейн, он такой довольно-таки скромный и неизвестный, я даже не помню, как он называется. Возможно, там вдруг цену задрали, когда за такую сумму можно сходить в супер-лакшери бассейн. Так прикольно. Старый город. Ага, вот басик. В общем, мы зашли. Потом расскажу, как нам это удалось все. Мам, помоги. Что помочь? Давай лови мячик. Шарики мы взяли с собой вкусные. Еще там бананы, яблоки, фруктошки. А воду, представляете, купила и забыла в машине. Так что заказала в баре. Сейчас нам принесут. Здесь еще вот такая крутая мельница, красивая. Денька на нее засмотрелся просто. Вот так мы сидим с Денькой, хрумкаем, смотрит на мельницу. Я тоже сижу. Тоже хрумкаю. Мы уже близимся к завершению нашей тусовки. Едим мороженое, потом еще плаваем, высыхаем и уходим. Сейчас время, кстати, у нас. Сколько время? Ого! Время уже без 10:06. Мы сегодня придем домой как раз искупаться и спать. И ни на что больше времени не останется. Может, не пойдем больше купаться? Ну, в общем, мы уже выходим. Деня не хочет. Со скандалом выходит прям. Ну, а что делать?
Время уже, блин, 6:30, наверное, или 7 даже вечера. Сейчас сядем в машину, скажу, сколько. Ой, девочки, как мы хорошо отдохнули. Прям, знаете, вообще на лайте, без суеты. Это такая редкость. Пристегивайся, котик. Короче говоря, я так поняла, что это место недавно наругали, что там что-то было, может быть, не так. И они, короче, вообще начали соблюдать дистанцию, разложили все эти лежаки по компаниям даже. То есть у них вообще очень мало людей. И то есть я прихожу, и мне говорят, мест нет, извините. То есть у них нет задачи напихать все людьми, да, и это заработать денег. Ну, то есть у них теперь все. У них теперь все по правилам. А по правилам, на самом деле, прикольно. Потому что людей мало, вообще лайт, музыка, теплый бассейн просто. И вот как вот просто когда людей мало, уже круто. Я так уютно, прям давно хотела отдохнуть. Ну и в общем, они не хотели нас пускать изначально, но я смотрю, что реально людей мало, там 5 человек в бассейне всего, понимаете? Я прям захотела здесь остаться и не вижу даже так, чтобы, знаете, было народу много и прям. Ну, действительно, да, мест нету. А там я вижу, что реально есть места. И в других бассейнах будет дофигища просто. Я говорю, ну, может быть, мы просто поплаваем, говорю. И не надо нам лежак. То есть лежаки у них ограничены. Лежака нет, все. Я говорю, ну, давайте мы это просто поплаваем, вылезем и на бассейне будем. То есть чуть что проверка, как бы, да, нет такого, что там лежаков больше, чем положено. Да, столько, сколько нужно, все. И все. Ну, единственный момент, что сначала там меня... Ну, хорошо, говорит, если вы так хотите, то ладно. Пошли, я говорю, сколько стоит вход? Вход у них стоит 1200 в выходной день. А дети до 3 лет бесплатно. А после 3 лет, ну, моему явно уже не 3 года, да, наверное. После 3 лет 400 рублей. Вот. И как бы, ну, такая нормальная сумма, я вам скажу, 1200 вход. С учетом того, что у нас лежака не будет, даже это сначала не это, а куда вещи-то все девать. Ну, я там нашла, куда притулиться, там вещи положить. Вот. И как бы я такая, я говорю, а у вас скидок нет, с учетом того, что мы лежаки не берем, то есть вообще ни одного даже. Вот. Ну, и девушка там сделала небольшую скидочку такую. На эту скидочку мы взяли 2 мороженых как раз. Вот. Ну и потом уже в конце, там уже начали люди уходить. Лежачок один освободился на солнышке. Вот мы позагорали, отдыхали. Ну по лайту прям. Я ребенка отпускала одного. Ну я следила за ним, да, круг ему одевала. И прям он там с этой с мастушки прыгал постоянно. Играл. Ему очень понравилось. Дэн, тебе понравилось? Я хочу в бассейн. Ну, я поняла, что ты хочешь. Я обхоналась в бассейне. Да. Ты хочешь плавать и нырять? Да. Я не хочу. Но в следующий раз еще пойдешь. Вот. И, короче, все так по лайту, по лайту, по лайту. Ну, я спросила, я говорю, а как вообще к вам так записаться? Она говорит, ну, надо записываться со следующего дня. Мы делаем бронь до 12 часов. Если вы до 12 часов не пришли, то бронь снимается. Вот, я буду на следующий раз иметь в виду. Вот. Но если лежаки будут хорошие, то в принципе и не жалко 1600 заплатить за вход. И прям хорошо отдохнуть вот так вот. Так что, видите, я очень спокойная, очень кайфовая. Я прям 4 или 5 раз заходила плавать. Обычно я, знаете, 1-2 зайду и все. И уже потом мне плавать не хочется. А Денька 7 заходил плавать. В общем, мне кажется, я еще больше подзагорела. 7 часов, я сказала. 7 часов сейчас. Мы идем домой, сейчас искупаемся, послушаемся. Будем я смотреть хочу сериальчик. Ну надо послушаемся. Вот такой у меня, кстати, лучок сегодня был. Этот костюм просто обалденный. Он мне пришел с... Блин, не помню, с какого сайта. Шейн или Ньючик. Я не помню точно, откуда. На 2-м канале в распаковке увидите. А вот вам и подсказка. Костюм на Шейн заказывала. Обалденный. Ой, девочки, наконец-таки мы помыли эту бежевую кошку. Да?
Потом мама средство от блох на всякий случай сделает. Потом антиглист через 2-3 дня. Да? Козы, мама давно хотела искупать. Особенно лето, жарко. Сейчас будет все в лес. Кстати, в этот раз она намного спокойнее все пережила. Прям не мявкала. Один раз убежала. Еще когда я ее не намочила. А потом сидела смиренно. Ну, пыталась убежать, но не сильно рыпалась. Помыла мелочь. Смотрела так на меня глазами. Помыла мелочь. Помыли, искупали мелочку. Смотрела вот такими глазами все время на меня. Типа, мам, скажи, что все нормально. Я говорю, все хорошо, Майкися. Все хорошо. Теперь ты чистая, будешь сейчас вылизываться. Погода такая классная. Сейчас самое то, сейчас прохладно походить. Смотрите на нашу облезлую кошку. Кошка облезлая. Да тебе сейчас вообще так хорошо, походу. Сегодня чувствую, у кого-то устанет язык. Вылизывать себя. Это ж теперь надо все заново расчесать, вылизать своим языком. Будет спать, как убитая. Мил! Мила! Мил! Ну, ты рада? Кошка, ты рада? Нет, все, ей не дано. Мила, через час. Иди, потрогаю тебя. Смешная такая. Какая-то недосушенная. Пушистая. Мил, ты же у меня гладкая кошка, ты что пушистая такая? Всем доброе утро, мои хорошие. Новый день. Сегодня мне приснился шикарный сон. Приснился мой учитель. А когда снится учитель, это всегда blessing, благословение. Ну, в буддизме, да, в буддийском взгляде, когда тебе снится твой учитель, это значит благословение. И, честно говоря, и сон был весь шикарный, просто идиллия, удовлетворение какое-то, знаете, спокойствие нереальное. Что бы ни происходило у тебя в жизни, когда ты находишься рядом с учителем, в его поле, да, даже просто вместе в том, где находится он, это очень крутое ощущение, такое спокойствие, и ничего не страшно. Вот, и я проснулась сегодня в таком настроении, и прям даже начала что-то убирать потихоньку, нашла шурупы от своих вот этих вот барных стульев, подкрутила все, они теперь у меня не шатаются, а то они до этого и шатались, и скрипели, мама придет, обрадуется. Сегодня у меня мероприятие, сейчас я чуть-чуть приготовлю малыша, накормлю, ну там бутербродики, что-то такое сделаю, да. Сейчас доставка, курьер привезет мне из Ашана. Впервые, по-моему, я заказала из Ашана, а может второй раз. У меня что-то на телефоне не работают там кое-какие приложения, не могу понять. Вроде делаю заказ, а оплатить не могу. Вот в Сбермаркете, например, все сделала, заказ сделала, оплатить не могу. Не могу понять, то ли у них там глюк какой-то, то ли что. Вот, короче, скачала отдельное приложение Ашана, чтобы там заказ сделать, вот, но там доставка была платная, а в Сбермаркете мне бесплатная доставка и сборка, короче, лишние 200 рублей переплатила. Короче говоря, жду сейчас доставку, попросила маму, чтобы она приехала сегодня, посидела с малышом, потому что у меня сегодня мероприятие, продюсерский, там, продюсерская тема, вот, в общем, послушаю, что там, мы с Кристиной идем вместе, если все будет хорошо, да. Вот, помою голову, приведу себя в порядок. Ну, в общем, мы погуляем. В общем, вечером мы сегодня вот так вот. У нас днем будет мероприятие, а вечерком, может быть, погуляем еще что-нибудь, походим. Вот. Ну и все. Сейчас ждем маму, ждем курьера. Так, доставку за Шана получила. Сейчас я подготовила все маме к маминому приходу. Попросила же ее вот сделать вот этот МСХ. Короче, помидоры, 2 болгарских перца, вот такие маленькие, 4 синеньких нам привезли. Я не знаю, кстати, мама любит, по-моему, больше делать кабачков, меньше синеньких. Она, наверное, только 2 добавила синеньких и 3-4 кабачка. Но сейчас я у нее спрошу. В принципе, я люблю вот баклажан. Это баклажан? Я все время путаю. Короче, мы это называем синенькие, это кабачки. Кто-то называет по-разному, там, что-то баклажанами, что-то там еще, что-то... Ну, короче, вы поняли, да? И вот мясо размораживается. Это хорошее, мне понравилось. Я делала из них котлетки говяжьи. И прям нет каких-то прожилок там, знаете, которые на зубы попадают, и можно зуб потерять. Короче, все, мама ждет. Она докупит там уже зелень, лук и еще что-то вроде, не помню. Я пошла пока видео монтировать. Кто это здесь залез? Спрятался? Поеду. Вот для чего я взяла вот эти вот ящики, да, чтобы ты там прятался. Не ломай только, рыба. Не надо так делать.
Не надо ломать кисть. Вот сейчас ты сломаешь, и все, и потом не будет закрываться. Не надо. Не ломай. Давай, вылазь оттуда и застегивай. Нет. Вылазь и застегивай. И вон еще один ребенок играет. Китай. Сейчас бабушка придет, и M&M's тебе принесет, как ты просил. Вылазь. Нет. Жук мой маленький. Нет. Мама пошла голову сейчас мыть. Смонтировала видосик. Сейчас пойду голову мыть, готовиться к мероприятию. Поняла? А ты с бабушкой останешься сегодня? Нет. Да, у вас сегодня кондиционер будет. Будете мультики смотреть, играть с бабушкой. Да? Да не ломай, говорю. Здрасте. Здорово. 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 Давай M&M's доставай. Где M&M's? Мы ищи M&M's. Так, все. Дэня кушает. Бабушка варит. Делают твой любимый типа мусор. Да, то, что я просила, уже рассказала перед этим, что ты будешь готовить и что я попросила тебя готовить. Я уже готова. Смотрите, какая нарядная. Долго выбирала образ. Хотела, думала, сначала в черном пойти, а потом думаю, блин, ну нет, нет, нет. Не подобрала обувь, на самом деле, удобную. А здесь все удобненько. Все удобненько. Все по цвету гармонирует. Побежала. Ты здоровалась, мам? Да. Ты здоровалась? Я здоровалась. Я не знаю. Поздоровайся, я тоже не помню. Всем привет, девочки. Мама на свой, кстати, канал снимает, как она готовит, да, все подробненько, если что. Если кому-то интересно я блюдо. Я уже столько раз это блюдо снимала. Ну, мало ли, может, новые люди что-нибудь будут искать. Снимаю. Ладно, я подробно скажу, там все очень просто, очень просто. Хорошо, пойдете, посмотрите, ссылку на видео оставлю. Слушай, ты такая красивая, что я просто хочу тебя снять. Вот мой образ для вас. Тудун-тудун. Более гармонично этот сложился у меня. В голове образ. Такая попа классная в этом, в этих джинсах. И эта кофточка мне очень нравится. Вот я могу носить короткий топ, если будет очень завышенные джинсы. Вот. Но в любом случае кожу надо в порядок привозить, чем я и займусь в ближайшее время. Вообще одна из моих подписчиц, та, которая помогла мне с телефоном, она, оказывается, ходит еще в тот же самый фитнес-клуб, что и я. Вот. И предложила, говорит, давай друг друга мотивировать, помогать, потому что одной скучно. Всегда, если хочешь, вот будем вместе ходить. У нее есть пару выходных в неделю. Так, сейчас мое такси подъедет. И, короче, мы собираемся вот с ней сходить в начале недели вместе. Так, я приехала. Тут должна быть еще Полина. Ой, какая-то развратная. А вон я вижу. Да, вроде бы Полина и Кристина. И все сидят возле фонтанчика и что-то очкуют. Идти. Вот они. Три девицы под окном. Ой, смотрите, нас балуют. Черешня, любимая моя. Спасибо. Началось. Пожалуйста, давайте нас слушать. Это нам очень важно. Постараемся меньше болтать друг с другом, задавать какие-то интересные вопросы нам. И в целом наш вечерочек пройдет очень замечательно. Что у нас тут вытворяют вообще? Ты тоже умеешь? Я, да. О, делаешь? Супер. Спасибо. Следующее. Теперь понятно, почему миллион подписчиков почти вытворяет там чудеса. Молодец. Давай. Кстати, не можете на пальце посмотреть? Дайте кому-нибудь. Я сама. Да, его на пальце, да.
Все, девочки, я села в машину, познакомилась с одной девушкой на мероприятии. Вон она идет в желтом, с рыжими волосами. Хорошая девочка такая, поболтали. Ей пешком до дома, а мне вот все-таки надо на такси ехать. Но, честно говоря, у нас такая жара на улице, что я уже иду и таю. А она рак по знаку. И она говорит, это к чему я рак по знаку, потому что недавно сторис Мира слушала, и Мира говорит, это такая классная для меня температура, я так люблю жару, а я в этот момент таю просто от жары. И сейчас она мне говорит, ой, я так люблю жару, мне вот я иду, и мне комфортно, представляете? Я говорю, может, это у раков такая тема. Ну, короче говоря, я просто прыгнула сейчас в тачку, а здесь такой кайф. Кондиционер. Сейчас просто из машины домой и ни шагу на улицу. Фух, возвращение домой. Вкусно поели, вкусно попили. Алкоголь не наливали. Ну, решила пораньше домой приехать. Соскучилась за малышом. Вот, все. Время начала 7:00. Фух, я приехала домой. Че у вас тут, как делы? А, ты что приготовила? Я только присела, такая силов нет. Ну, нас там накормили пока. Я, в принципе, не голодная, попозже. Ням-ням-ночка. Да я нюхну. Как вкусно пахнет. Спасибочки. Сейчас чуть-чуть у меня утрамбуется то, что меня там угощали. Хорошо. Так она уже, мне кажется, остыла, нет? Ну, тепленькая можно в холодильник ставить. Так может пропасть, там же мясо. Прям тепленькая оставь. Я тепленькая оставлю. Короче, прекрасно провели время. Встретила и Полину. Полина сестрой была, познакомилась с девочкой еще одной, хорошенькая такая. И что еще, встретила девчонок тоже из нашей блогерской тусовки. Вот, приятные, короче, лица, приятная тусовка, поржали, весело было. Прошлась по улице, просто офигела. Сама, да? Да вообще, мы еще пешочком с девочкой прошлись. Она на набережной живет, и она до набережной еще пошла. Но ей кайф в этой жаре, а мне нет. Я уже говорю, так, наверное, где-то здесь я уже вызову такси. Ну, хоть быстро такси приехало за 3 минуты. И все, я села, она пошла дальше. Я говорю, нет, я не кайфую уже. Раньше мне тоже жара нравилась. Ты помнишь, я раньше кайфовала от жары, а сейчас... Ну, я в молодости нормально и легко переносила, а сейчас просто умираю. Ну, короче говоря, в общем, время провели классно. Посмотрим, во что это мероприятие выльется для меня в дальнейшем. Я могу так сказать, что мне кажется, как бы оно ни сложилось, в любом случае будет хорошо. Вот. Как бы оно ни сложилось. Но там время покажет, и, возможно, эту тусовку я еще вспомню. Вот. А так классно. Поели, попили, потрещали, пофоткались. Так что вот. Приехала к моему пушонику малышу. Приехала к моему сыну. Короче, буду я раздеваться, я вообще-то одета, мне жарко. Прикиньте, как мне холодно, что я просто надела пижамку со штанами и носки. Вот это нахолодили мы. Короче, прошло время, поговорила за это время с сестрой, поговорила с любимым, наснимала тиктоков, пока нарядная была. Фотки классные такие получились. Все, короче, повыставляла, все везде всех отметила и проголодалась. Время сейчас 9:30. Завтра, кстати, уже в садик же, да, поэтому надо раньше лечь. Сейчас я разогрею мамину вкусняшку, покушаю, и мы пойдем укладываться. Смотрите, Денька игрался с этим вот ящиком. И Милка нашла себе вот такое вот уютное местечко, да, и легла здесь.